Губернатор Евгений Куйвашев поздравил спикера областного парламента Людмилу Бабушкину и свердловских депутатов с 30-летием законодательной власти Свердловщины. Глава региона особо подчеркнул депутатский вклад при разработке важнейших для области законопроектов и в прошлом, и в настоящем. В свое время на областную думу была возложена задача по формированию новой правовой системы региона, новой архитектуры органов власти. Именно тогда были заложены основы современного законодательного процесса. Приняты ключевые законы, которые задали вектор развития Свердловской области на долгие годы вперед. Нас объединяет общая цель – успешная и сильная Свердловская область и счастливое будущее уральцев, заявил Евгений Куйвашев на торжественном собрании по случаю столь весомой даты. Весомой не только для депутатов представительной ветви власти, но и для жизни региона в целом. За прошедшие годы свердловскими депутатами принято свыше 3000 законов. Особо хотел бы отметить, что каждый пятый закон, принятый за последние 5 лет, касается социальной политики. Спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, выступая на торжествах, вкратце напомнила присутствующим гостям о начале непростого законотворческого пути. Регионы, впервые в своей истории наделенные законотворческими полномочиями в условиях острого социально-экономического кризиса, должны были действовать быстро, слаженно и без права на ошибку. И главной задачей депутатского корпуса, сформированной в апреле 1994 года Свердловской областной думы, стало создание базового правового поля. Сегодня, по словам председателя ЗАГСО, свердловским парламентариям приходится работать в совершенно других условиях. Но неизменными остаются критерии качества законодательных трудов. Юридическая чистота принимаемых законов, финансовая обеспеченность их выполнения, депутатский контроль и согласие. В апреле 1994 на Свердловщине прошли выборы депутатов областной думы. В региональном уставе, принятом в ноябре того же года, в качестве одного из основополагающих положений был прописан первый в стране двухпалатный парламент. В Нижней палате, то есть в областной думе, было 28 депутатов, в Верхней палате представителей – 21 парламентарий. С 2011-го областное законодательное собрание – однопалатное, и в нем ровно 50 депутатов. Время само все расставило по местам. И за 30 лет, как полагает власть, удалось сохранить самое важное качество – эффективность регионального законотворчества.